фасад в 4-й школе. Начали мы делать с марта месяца. Были выделены краевые деньги на ремонт фасада, потому что мы обращались несколько раз к главе города, в администрацию, в управление образования о том, что ну, у нас уже, во-первых, оголились швы, нам все-таки пошли навстречу, и администрация города сработала с краем, и нам выделили деньги на ремонт фасада. То есть было выделено 40 миллионов на фасад, и дополнительные деньги, это 1 350 000 на экспертизу, на проект, который был сделан. Вот. И сейчас работает наша подрядная организация, старается выполнить все работы к 1 сентября. Мы очень надеемся, потому что приступила уже работать вторая бригада во внутреннем дворе. У нас идет работа с кровлей, то есть частично меняют кровлю и водостоки, и крыльцо, которое мы тоже сделали, потому что понимаем, что раз такой красивый фасад, конечно же, нужно поменять крыльцо. Но ремонтные работы также делаются в школе, внутри ведутся. Это в начальном блоке уже практически закончен. Ну, обычный текущий ремонт, который выполняется бригадой ЦТП. А нам спонсоры, спасибо большое, любимый город, выделили деньги 5 миллионов. И мы решили приобрести 3D-панели. 7 3D-панелей будут приобретены. Мы разделим их на начальный блок и на старший блок. То есть это большие, так скажем, телевизоры, которые имеют функционал намного больше и лучше, чем интерактивные доски, да, то есть можно в развернутом увидеть многие вещи, которые недоступно увидеть глазом, мы видим там через 3D-панель.